Привет всем, друзья! Вы на канале Анимбай. Всех с праздником, с 1 мая, друзья! Поднимали свой стакан с кофе. Всех с праздником! Перейдем к делу. Кэшбэк-сервис EBC1, друзья, вот. Буду добавлять чеки, друзья. Обновился в этом месяце. Сегодня первое. Первое мая. 13 часов 11 минут по Москве. Вот обновился. Сейчас я вам покажу, как добавлять чеки. Вот с таких чеков. Я их заранее сфоткал и закинул в компьютер. Теперь вместе будем добавлять. Вы смотрите, наблюдайте, я буду добавлять. Вот кнопка добавить. Так, дата чека 1. Дата чека 29. Вот 29 выбираем. Флажок. Россия ставлю, крипту фото, открываем папку, ищем и ищем этот чек. Выбирать приходится, друзья. 822 рубля. Вот этот чек. Второй. Прикрепляем. И сумму чека обязательно пишем. 822 рубля. На чеке. Добавляем. Покупка успешно добавлена, друзья. Видите? Покупка успешно добавлена. И вот тут тоже зеленый позвонок появился. Вот. И $10 92 цента тоже появится. Мне будет зачисляться на завтра. Завтра будет начисляться кэшбэк. Вот. Видите, написано кэшбэк, начисляется. Депозит тоже начисляется. Кэшбэки начисляются. Дальше чего убираем? Следующий. Открываем. Смотрим на чеке дату. Где-то она была написана. Вот. 29. Вот. Чеки можно добавлять. Вчерашний, позавчерашний и позапозавчерашний. Вот сами видите, друзья, какие чеки можно добавлять. Сегодняшний тоже можно добавлять. Так, сколько тут? 99, да? Открываем, посмотрим. Не тут. Сейчас это посмотрим. Да, вот тут. 99 рублей. Вот она. Так, закидываем. Все, прикрепился. 99 набираем. И дальше. Добавляем. Таким образом потихонечку добавляем. Ну, покупка успешно добавлена. И тут цифры появились, доллары.
$12, 23 цента. Так, еще следующий чек. И два чека осталось. Это чеки. 30-й. Вот, 30-й выбираем на первый. Открываем папку. Ищем. Где у него? Где этот фото чека? 330. Вот. Нашел. 330. Закрываем. Прикрепляем. Вот появился. Флажок тоже. Российский. И тут в ручном виде пишем. 373 рубля. Российские рубли. Российские рубли превращаются в доллары. Покупка успешно добавлена. И тут у меня потихонечку кэшбэк вырастает. Собирается и растет. Вот уже $17, 18 центов. Все, следующий чек. Добавляем чек. Выбираем дату. Тоже, по-моему, 30-й. Апрельские чеки. Нажимаем 30. Прикрепляем фото. Следующий. Наверное, это мы. Друзья. Смотрим, откроем. 560 рублей точно. Это он. Это он. Все, прикрепляем. Фото появляется. Вот, все, появится фото. Пишем сумму 560 рублей. Вот, на праздники закупились. На праздники. Вот, покупка успешно добавлена. Затратились на 1 мая на праздники. И с помощью кэшбэк-сервиса все затраты я возвращаю. Блин, все. Все очень просто. Теперь, для того, чтобы здесь кэшбэк-сервис заработал, что нужно делать? Нужно сперва тут регистрироваться. Ладно. Оставлю ссылку под видео. Вот. Чуть-чуть под видео будет там надпись, потом ссылка. Ссылка для регистрации будет. Оставлю ссылку. И по этой ссылке перейдете, откроется вам окошко, ваше имя, ваша фамилия, email и так далее. Напишите, придумайте пароль и зарегистрируйтесь. После зарегистрации откроется вам вот такое окошко. Вот. Спускайтесь вниз, вот, крайне вниз. Спускайтесь вниз, заходите в настройку, вот сюда, кликаете, откроется вам вот этот страничка настройки. Тут будет у вас паспортные данные, надо на модерацию отправить, на верификацию отправить в другом виде. Тут что надо? С паспортом надо, сейчас я уже паспорт не принес. Хотел показать, забыл. У меня пока здесь нет паспорта. Берете паспорт, берете телефон на руку и перед зеркалом смотрите, паспорт открываете, где регистрация, где фамилия, имя. Вот. Вот так держите, или так держите, чтобы паспорт открытый был. Держите на руках, чтобы она вот так была. И фоткайте себе перед зеркалом. Фоткайте на 4К. Щеткой фото, чтобы она все зашла, ваш паспорт зашла и ваше лицо зашло. Если кто-нибудь нету рядом с вами, если кто-то есть, то встаете вот так и кто-то вас сфотографирует на телефон на 4К формат. И потом
Это в компьютер через USB шнур закидывайте. Вот тут у вас кнопка будет. Открыть тоже. Открыть папки. В папке ваши фотографии будут. И сюда загружайте свои фотографии с паспортом. И тут будет то же самое: фамилия, имущество и так далее. Паспортные данные пишите. Фамилия, имущество, год рождения, когда выдан паспорт и так далее, и так далее. Все пишите и отправляйте на верификацию друзей. Вот. Если вы не сделаете это, паспортными данными верификации, если не пройдете, вас заблокируют. Все. Вот такие правила у нас. Паспортные данные проходите, все. После этого переходите в кошелек, вот сюда кошелек, и нажимаете купить биткоины. Да, друзья, здесь основная монета биткоины. Тут пишите 100 монет, нажимаете биткоин, тут со всеми соглашаетесь, вот, со всеми галочками, и переходите к оплате. И все. После того, как вы пополнились в кошелек, этот 30 минут занимает времени. Вот, пополнил. Я 17 февраля пополнился в биткоинах на 100 баксов. Вот. И уже списал списание с кошелька на депозит. Вот. Сейчас сюда переходите. У вас же на кошельке вот тут 100 баксов в биткоинах. Сюда переходите. Вот, раздел CBSLON. Открывайте, вот этот раздел открывайте, и у вас откроется CBSLON. То же самое, кликайте CBSLON, и у вас по нулям будет. Депозит по нулям будет, CB-счет тоже по нулям будет. Нажимайте пополнить. Вот сюда нажимайте пополнить. И здесь пополнение происходит 72 часа. То есть 3 рабочих дня. Друзья, вот этот момент знайте, не забывайте. 3 рабочих дня. Если вы пополнились в пятницу, то у вас придет пятница, вот воскресенье, понедельник, вторник. Только к вторнику придет ваши 100 баксов вот сюда на депозит. Это понятно, друзья? 3 рабочих дня пополняется. Вот. И когда пополнится, ваш депозит начинает работать вам. Вам приходит будет начнет приходить 6% от депозита, друзья. Это понятно? А это счет CBC счет. Это от кэшбэков, от чеков. Вот. Вот у меня сколько чеков, сколько я уже сканировал, добавлял. Все чеки работают. Приходят. Кэшбэки, вот, друзья, все кэшбэки приходят, все записано, вот, друзья, сколько у меня, апрель, 8, апрель, 7, 8, апрель, и так далее. Таким образом, я со своих затрат возвращаю живые деньги. Как отсюда вывести, это уже в следующем видео будет, когда я здесь наберу 100 баксов. Сифрон что обозначает? Сифрон — это внутренняя валюта Финика, в компании Финика. Один сифрон
равняется 1 доллару. Это понятно ли? У меня 100 сафрон, 100 долларов. Значит. Ну тут две кнопки вывести и пополнить. Пополнение выводится. Вот основной депозитный баланс выводится отсюда. А этот вывод вывести с этого счета выводится. Или вот сюда реинвестируется, друзья. Или выводится вот на этот кошелек. Это понятно, да, друзья? Заходим. Обратно в CBCM. Вот, хотел показать вам, как добавлять чек и как я возвращаю со своего затрат, со своих, с помощью чека живые деньги. Вот, тут тоже 24. Вот, спасительного чека 560 добавил. 24 доллара 62 цента. Все, друзья. Всех еще раз с праздником. Вот у меня апрельский тут в кольце 13 долларов 69 центов за апрель. Ну все, друзья, до следующих видео. Всем пока.